нас, когда приемщик поднимает, то нужно потянуть назад. Когда потянуть назад, нужно идти назад, не садиться. Потому как, сейчас объясню, почему люди садятся. Начинают вот так тянуть, поняли? Не хочется сесть, потому что, ну, тянет назад. Вот. Для этого лучше, чтобы не сесть, немножко наклониться вперед в момент, когда будем идти, да. Если потянуть назад, то уже не сели, а просто распрямились получится. Вот и все. Так. Ждем ветерок сейчас и полетим. А люди эти нам не мешают? А? Вот эти люди нам не мешают? Ну, поэтому я и жду тоже. Садим летят. Это сильновато. Я чуть-чуть слабее поеду. Сейчас хорошо. Пару шагов вперед. Можно садить. Можно садить? Да. Как самочувствие? Отлично. Это не очень страшно пока. Ну, как сказать, это мой первый раз. Я никогда такого раньше не делал. Никогда такого раньше не делал. Это не страшно. Да? Пока не страшно. Ну, я не знаю, это вам виднее. Мне это, в принципе, уже как... Да. Давно уже не страшно. Теплый воздух с холодным перемешивается, и раз то выше, то ниже. И сколько раз за день вы так? Ну вот уже пятый. Пятый? Ничего себе. А по как времени, как? Когда утром лучше или днем там? По правде, сейчас самое такое время, ну, наиболее активные, да? Потоки, то есть, да, более лучше. А это дозрели? Нет? Нет. Это еще рано, да? Мы просто не первый раз. Еще дальше не забудем ехать. Иногда, если вот очень сильный поток, то мы иногда поднимаемся до того места, что видно тоже будет. Ага. Если сейчас получится, то я покажу. Ага. Это если, то мы дальше. Людей, поэтому когда там вот, которые были два китайца, да? Укачивало? Тайландцы, ну их не укачивало, но было уже такое начало. А вы их по очереди, да, катали? Да. Было видно, что их телосложение и физика, угу, как человек, склонный, здоров, да? Его видно. Если такие толстенькие, то обычно там чуть меньше здоровья. Ну это не секрет. Я думаю. По физкультуре знаю. кто как бегает, кто что делает. А откуда вы из Карелии? Из Петрозаводска. Ух ты, я слышал, но не был ни разу. Не, ну я живу в Питере сейчас. А, из Питера? Да. То есть еще и культурные люди, да? Помимо всего остального. Да. Ну что, в принципе... Там, наверное, у вас уже холодно, да? Холодно, да. Здесь тепло, хорошо. Там-то и лето очень жарко бывает. Да, да. Ну, август нормально. Ну да, там зависит от года, какой год. Зато ночи белые. О, это да. Я один раз все был, и прямо вот именно на белой ночи, как положено, поехал. Ой. Что делаешь?
выше идешь. Тут есть правило, да? А кто выше, тот должен уступить. А-а-а. Что я ближе к посадке, я ближе к земле. Соответственно, у меня плюс. Вроде не страшно. Вроде не страшно. Так я же говорил. Нормально. Это релакс больше. Да. Назвать это, я не знаю, экстримом даже, что-то как-то есть сложно. Ну, если управлять умеешь, то да, нормально. Ну, тоже, да, можно сделать из всего экстрим, даже из похода в магазин. Ну, да. Зависит от того, что в голове. Да. А в Турции вы где рядом с этой, как это называется? Турция? Ну вот вы говорите... Люденис. Да, Люденис, да, да. Конечно, да. Ну, самое такое место. Да, да, да. Ну вот говорят, очень опасное для этого вида. Да нет. Ну, зависит опять-таки от того, кто этим занимается. Если человек профессионал, то не проблема. А если начинающий, то конечно опасно. Ага. Все опасно. Чем не займись. А где вам больше нравится здесь? Честно, там, где я не был. А-а-а. Потому что... Ну, когда работаешь в каком-то месте, то ну, это жесть, каждый день же одно и то же. А где еще? Турция? Непал. Непал. Покхара. О, ничего себе. Так он тут. Это мы видим. Ага. А он один, что ли? Это да, он тренируется. А это есть такой вид спорта, где еще? Ну, я сам как-то один начинал. Все начинали. Ну, я имею в виду, есть какой-то вид спорта, который... Конечно, есть. Три дисциплины существуют. Не одна, а три. Ничего себе. А, на высоту, наверное, на какой-то. Есть. Первое, это на это не он? Вот это он, да. Ну, это он. Вот. Я решил, что ты это заметила. Да. Я забыл, что тебе надо было напомнить. А я сама напомнилась. Вот, молодец, что увидела. Да. Это он. Тут получилось подняться, а ну, да, крутям. А это смотровая площадка, да? Да, это она. Это арка дружбы народов, так называемая, между Грузией и Россией. Очень актуально. Да. Последнее время. А вы откуда? Я сам из Крыма, но когда-то долго жил в Украине, поэтому я вообще не делю это дело. Стараюсь в политику не лазить. Ну, дай. Пусть они там сами давятся собственными соплями. Они там людей делят, как говорится, пусть сами делят. Ну, чем выше, тем красивее. Повышенно.